как разделить лицевые счета в одной квартире. Раздел лицевых счетов – очень частая проблема, когда собственниками квартиры являются несколько лиц. Первоочередно вам нужно обратиться в управляющую компанию с заявлением о разделе счетов. К сожалению, управляющие компании отказывают чаще, чем дают добро на раздел счетов. Вторым шагом станет обращение в суд с исковым заявлением о разделе лицевых счетов. Обращайтесь в суд, как правило, в суде удовлетворяют ваши исковые требования, и, в принципе, дело решено. Хочу заметить, что раздел лицевых счетов невозможен, если у вас квартира находится в социальном найме.